сыну Саше 9 лет, и он начал заниматься шахматами буквально с нуля, где-то с ноября прошлого года. Мы начали заниматься с Максимом Амариевым, и занимаемся мы по скайпу, поскольку живем в США, и оказалось, что занятия по скайпу не только очень удобные, но еще очень эффективные. Сашин рейтинг постоянно растет, а недавно он выиграл турнир, занял первое место, получил свой первый трофи. Я надеюсь, что мы будем продолжать занятия и много-много лет. Спасибо Максиму, спасибо Chess Master.